привет всем, и с вами я, Михаил Шилов, автор проектов makivara.ru, lejim.ru, budoblog.ru, drshilov.com. Ну что, точно решила побаловать нас хорошей погодой, так называемые бабье лето, может быть, случится. Ну, по крайней мере, второй день погоды великолепна, и с утра тренироваться, просто замечательно. А это значит, надо напрячь булки, подорваться, и кто не успел, тот не должен опоздать, а должен успеть тоже. Поэтому давайте поднимаем ягодицы от кровати, от диванов, не смотрим сериалы, а вперед, все на студию.